Для этого нам понадобится мишура, 11 штук конфет трюфеля я взяла, 11 палочек для шашлыка, кусочек пенопласта, корзиночка, можно любой формы, ножик, клеевой пистолет. Приступаем. Сейчас мы должны взять палочку, поищите, которые, чтобы поровнее, и конфетку приклеить на палочку. То есть берем конфетку, разворачиваем немножко фантик, берем клеевой пистолет, наливаем туда клея, прикладываем палочку, и заворачиваем конфетку с молоком. Сейчас мы вырезаем пенопласт по форме корзинки. Примеряем хорошенечко. И оставляем место для подарка. То есть вот тут. Клея не жалейте. Но будьте осторожны, клей очень горячий, не обожгите руки. Можно покрасить из баллончика всю эту конструкцию. И картиночку, и пенопласт. У меня вот нашлась золотистая краска. Сейчас нам надо определить размер, высоту конфеток на палочке. Мишура плюс высота пенопласта. Это будет самая короткая палочка. Таких конфеток на палочке, самых коротких, нам надо две. Итак, каждая следующая пара конфет будет по высоте на конфету выше, чем предыдущая пара. Вот такая красота у нас должна получиться с вами. Палочек 11, одна длинная и остальные все меньше другой. Сейчас мы начинаем собирать каркас. Берем самую длинную палочку и втыкаем ее по центру. Остальные палочки мы будем втыкать на одном и том же расстоянии, равномерно по бокам. Затем все палочки надо закрепить в пенопласте с помощью клеевого пистолета. Каркас для нашей елочки готов. Сейчас берем мишуру и обматываем крайнюю первую конфетку пару раз. Затем начинаем обматывать, укладывать мишуру методом зигзаг. Конфетка вперед, конфетка назад, конфетка вперед, конфетка назад. И так туда-обратно до самого верха.
посетите мою группу ВКонтакте, ссылка внизу в описании. Делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Такие вот елочки можно заказать к Новому году будет. Ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока.